какие мы. Ну, как бы сюда 213-м надо идти. Не 206-м, у меня 206-й. А пачка, которая еще есть, мы будем убивать, тоже будем. Возле синего кристалла. Ну да. Давай древнее сначала убьем. Рыбу поставил, что вы убежали все. Здесь трэш. Тотем сразу поставьте. И сюда будем на бережок босса вести. Первый клинок природы, он вроде яд вешает, если не ошибаюсь. Мангровый.
надо бить, на ней 150 стаков. Будут выходить три волны, три вида трэша. Да, в танке, в два танка. Ты на боссе, Гариус на трэше. Выходят три вида трэша. Большой древень. Он вызывает грибы и вешает сало на всех. Кто встает под грибы, с того сало скидывается. И можно бить, хилить, танчить. Второй вид трэша, 10 маленьких мобов, их надо убивать, желательно не всех одновременно, а по чуть-чуть, по одному, по два, они будут ауешить, когда умирают. И три больших моба, их надо залить одновременно, с разницей не больше 12 секунд, иначе они резнутся. Еще босс будет вызывать елку, она зеленая такая, как стручок, и она вырастает, Дары Анара называется, и она, если за 10 секунд ее не залить, там 1005 или 10 хп, то она воскрешает фул хп трэшу. Два раза по три вот этих вида выйдут, и потом с босса спадут 150 стаков, и потом можно будет босса бить. Будем с берега на берег бегать в одной куче. Гуляй, веди сюда. Одновременно. Одновременно. Смотрите сами на хп. Потому что хили. Постоплета больше. Вот он, кстати, и захилился, вот эта елка. Дары Анара. Видите? Я думаю, надо это на среду откладывать. Wait, может, около 10 принесем артефексу?